Вот пыльник мы приготовили. Две штучки вот эти хомутов пластиковые, они подходят любого размера. И тут надо смазывать вот этот шарнир. Вот тут видно шарнир, мы его прочистили. Вот такой смазочкой. Берем и смазываем там полностью вот так, чтобы он смазался. Сейчас мы покажем вам, как и этот. Вот этот как ставится. Сейчас. Так. Еще добавим вот все, чтобы так, и снизу, и сверху, чтобы он был в смазке. Это хорошо для них, как бы. Так. Вот так у нас. И чтобы она легко пошла, мы тут тоже можем смазать вот так. Когда будем одевать, чтобы он легче одевался. Вот эту штучку и тут тоже. Там есть специальная вот дырочка. И она должна попасть туда, чтобы она не прокрутилась. У другого, наверное, не было. Он от чего-то другой. И поэтому она так и протекла у нас. Так, одевается вот в такое положение. Вот эта дырка, ну, она прокрутится потом, если что. Так, не проблема. Вот видите, одевалась нормально. Так. 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 Тут она имеет место. Свое место. Где одевает. Вот здесь она должна одеваться, там есть пространство, и мы протянем ее. Так, теперь дальше надо, попасть в то отверстие. В то отверстие надо попасть. Попробуем затянуть чуть дальше. Там проблема будет чуть-чуть. Так. Тут очень неудобно, как бы. Но придется что-то делать. Так. Тут она очень-очень трудно попасть. Это отверстие. Затянули слишком и туда. Вот так.
Тут тоже очень неудобно, но придется помучиться чуть-чуть. Стороны как бы мы его одели. Так, сейчас я попробую с той стороны. Это неудобно. Так. Сейчас мы попробуем автотюрочкой. Что отверстие мы попали. Как бы. Очень-очень трудно отбивается. Очень-очень трудно. Может, ту штучку надо снимать и посмотреть, что с ней. Представляет. Как что? Видно, что есть какой-то палец. Но не видно, как он сюда идет под низ. Или что с ним? Закручивается. Даже не видно, как насадиться сюда. Поснимали. Ну, не знаем, как что тут не подходит. Так. Вот мы почти рядом, но там что-то не так. Надо снимать еще раз сюда,
посмотреть причина в чем. Что-то он или длинный, или что-то с ним не так. Снимаем опять. Тот был порван, не знаю, что там. А не хочет садиться. Закручивается чем-то, то ли что-то он держит. Он что-то держит здесь. Что он держит? Так, придется поднимать ту сторону и прокрутить руль.